Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Сегодня мы с Таней посмотрим на новое обновление Хэллоуинское в Pet Simulator X. Оно наконец-то вышло. Буквально полчаса с момента выхода этого обновления, ребят. Я уже немножко нафармил себе конфеток. И мы с вами сейчас заценим на... Посмотрим на новую локацию и что там вообще нужно делать. Таня, хорош бегать вокруг фонтана, пошли смотреть. Я бегу, 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 я веселый таракан. Всем привет! Да, вот здесь у нас появился... Я Таня. Да. Я, кстати, не была в этой локации еще, сейчас будешь мне показывать сам, что там. Давай, давай, я так мельком просто посмотрел и сначала не разобрался, как вообще фармить эти конфеты. В общем, вот такая вот локация... И тут coming very soon, типа очень и очень скоро. Смотрите, какой-то еще здесь, видимо, крафт будет. То есть что это такое, что ты творишь? Да, тут из пэтов что-то, ну, я не знаю, что будет, но что-то возможно... Ты так кружишься? Подожди. Я вот так... Не-не, надо подряд просто нажимай VSD, вот так... VSD? Да. Вот так, так не умею. Быстро не умею. Вообще, смотри, яйцо тыковка, яйцо луковка или что это? Какое-то яйцо. Ты еще не открывал? Я еще не открывал, у меня, в принципе, достаточно денег. Я хочу сначала, давай вот это за 120 тысяч сейчас открою, посмотрю. Ну-ка, обычно, тут, кстати, давай-ка я, знаете, как еще сделаю, ребят? Я сейчас сделаю вот так, ну, активирую себе лаки, вот так вот, и посмотрим. Ну окей, погнали. За 120 тысяч конфет открываем. Мне просто интересно, какие характеристики. Ghost Cat Basic мне выпал. Сколько у него? 145 миллионов! What? Это очень круто! Я его одел. Смотри, призрак питомец. Вот, видишь, Рокси. У меня его, вот, видишь. Вот. О, прикольно! У тебя очень такое видео. Да, и я хочу, короче, вот это открыть. А, золотое, ну посмотрим, что выпадет. За 225 тысяч. Бэм, рарка, зомби. Зомби, рарка, котенок, походу. 150 миллионов. Да, да, 150 миллионов у него характеристики. Ребята, я прям это, прям вообще нормально. Теперь у меня это все голден, конечно. Но, все, я больше ничего не могу открывать. Я могу только вот это вот стандартное яйцо открыть за 25 тысяч. Но я, наверное, его не буду открывать. Давай пойдем немножко с тобой, смотри, наверное, подфармим. Я умею. Где ты? Где? Да подожди! Ясно. Вот, да. Это я мышкой обычно просто делаю. А, ну вот все, видишь, вот, да. О, вот так. Где? Я не знаю. А, я думала, чувак какой-то невидимый вообще. Не-не-не. Ну, давай я просто для прикола вот это еще яйцо открою, хочу посмотреть. Нифига себе! Что там выпадет? Рарный. Мне рарка выпала. 3% еще. Ну-ка, это сколько? 49 лямов. Ну, слушайте, ребята, я немножко прибарахлился. И у меня довольно крутые пэты. У него, смотри, сколько тоже пэтов, блин, офигеть. У него 15, похоже, да? Да, у него 15. Да, у нас 15. По 8 с тобой, у него 15. Ну, короче... Ну, нет, смотри, у него еще все хэллоуинские. Что? Какие у него? Хэллоуиновские. А, ну хэллоуинские, да-да-да, точно, я понял. Ну давай тогда в стимпанк локацию перемещаться, и там сейчас будем фармить. Да, то у меня вообще конфеток нет, и как-то стрёмно вообще. Да-да, поэтому, короче, 120 тысяч. Ну, я не знаю, у тебя какой пэт самый хороший? О, вот, смотри, видишь, ну, гигантская хороший. Тыква. В Spawn World она появилась. Spawn World это где? Ага, я только не знаю, где, погнали. Это стандартная локация, вот да. Так, ну-ка, а где это? Где она появилась? Так, я сейчас быстренько Вот. Где? Вот это не она. Где, 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 где? Где? Нет, 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 это не она, не она, нет, нет, нет. Давай в самый конец. О, вон, вижу ее, вижу. Это Форест. Нет, не Форест. Это что? Нет, это дальше. В Майн. Нет, не Майн. Винтер. Да, в Винтере, Винтер, быстрее Винтер. Винтер локация. Погнали, вот оно, в интерлокацию телепортируйся. Можешь, у тебя там где телепорт есть? Можешь, где вот Tech World, как он, Tech Переход, Tech Entry.
Вон оттуда. Вот. И в Винтер, вот, видишь, гигантская тыковка. Ты прыгаешь. Раз прыгнулся. Да. И, ну, я по 442 что-то получаю. Что-то как-то маловато. Так, ну-ка, я сейчас еще хочу, знаете, что сделать? Вот так сейчас сделаем. Так, трипл дэмэдж, давай. Трипл коинс, трипл дэмэдж. Вот, все, ну-ка, погнали. Я активировал. А, кстати, да, у меня тоже можно, наверное. Во! Я не помню, сколько у меня. А с бустиками дело пошло. Вот к нам еще чувак какой-то присоединился. О, много, так-то нормально. Нормально. Давай ломаем эту тыковку. И надо, короче, 100 косарей накопить, чтобы... Смотри, открыть. Мы сейчас быстро так-то сделаем. У меня уже 1500. О, уже 4000. Ну, этого мало. Надо 100, 125, чтобы, например, вот выбить... За 150, нет, ну, за 145. Чувак, у меня вообще не было конфеток. Мне хоть что-то вообще радость приносит так-то. Ну да. Я вот я же не там... ты. Я накопил 300 тысяч чем-то. Смотри, сломанное. Смотри, там сколько конфет внутри. Дай залезть. Не могу залезть. А, почти залез. Давай. О, я залез. Я теперь на тыковке. Ты просто так прыгаешь. Вот, видишь, да, вот по этим надо вот так, оп, и прыгнуть. Вот, да, по этим монеткам. Во, залезло тоже. Нормас, ребята, все, мы ставим, у меня уже 43 косаря конфет. Неплохо, у тебя сколько? У меня 65 тысяч. Ну, 65 тысяч, ты все-таки... О, нифига, 71 тысяча. Нормально идет. Мы с тобой вдвоем чисто сломали эту тыкву, офигеть. Круто. Никто мы даже это... Мы сломали эту тыкву, да. А сколько там надо для поэта? 120 тысяч вроде бы, до вот 140 миллионов. Если откроешь, ну ты мне дашь этого пэта, потому что тебе, наверное, он будет не нужен. Да, он мне не нужен. Да, но там есть еще яйцо, самое крутое, за миллион. За миллион. То есть вот так. Просто смотри. Оп, сколько? 80 косарей, блин, что-то маловато. Ладно, я пошел. А, подожди, у меня типа самый слабый, это 158 миллионов. Ну ладно, посмотрим. Нифига себе, самый слабый 150 миллионов, офигеть. Короче, знаешь что? Что? Тут же получается после золотых пэтов идет рейнбоу. Чтобы сделать рейнбоу, нужно 5 или 6 голд. Поэтому, типа, ты вот, допустим, даже если сейчас будешь выбивать обычных, ты их потом можешь сделать голд, из голд сделать рейнбоу, а из рейнбоу уже сделать Black Matter, вроде как, или как там он называется? Да, Black Matter вроде бы. Так, ладно, это все хорошо, но ты где потерялся? Я пошел уже все дальше фармить в локацию, как она называется, Steampunk, или как она, не Steampunk, а, да, Steampunk. Это я в последней локации, где... А, сундук же есть крутой. Я вот здесь вот фармлю. Тут чуваки тоже фармят. Когда ты успел? Я чисто телепортом. Я сдонатил себе телепорт. Я могу сейчас телепортироваться во все локации вообще, куда захочу. Вот. Ладно, добегу, я же быстрая. Ну да. Я, кстати, тоже поулучшался, ребят. У меня теперь максимальная скорость, максимальная... Вроде как скорость пэтов и так далее. Но там еще парочку, наверное, мне осталось прокачать каких-то... там я не помню, что именно, но что-то еще оставалось вроде бы. Поэтому надо не забывать и до конца все прокачать. Вот сейчас классно то, что быстро, смотрите, все притягивается. То есть все монетки притягиваются к себе. Вон, Танька, ну, догнала нас, смотри, стоит. Не, парни. Все равно тормознутая какая-то. Че тормознутая? Не знаю. В смысле, что это тормознутое? Ты про что? Просто, типа, все равно это мне ничего не дает. Ну, как бы, я также могла денежки эти собирать, все. Ну, короче, не знаю. Все равно быстрее, мне кажется, все равно. Бесполезная штука. Не, как бесполезная. Она удобная, очень удобная, потому что, например, смотри, вот ты большой сундук фармишь, чтобы тебе все подобрать, тебе надо бегать вокруг него и все подбирать, допустим, какое-то время. А так ты просто поставила на АФК прокачку. Типа автокликер, и все, тебя фармит, тебе даже не надо бегать вокруг сундука, чтобы подбирать то, что там нападало с него. Вот так. У меня, кстати, уже 166 тысяч конфеток. Надо бы вернуться туда и открыть еще. У меня, ребята,
Скоро будут все пэты, которые 100 плюс миллионов. Это круто, это круто. Это очень круто. Так, я? 100 плюс миллионов. 100 плюс миллионов. Я, короче, телепортируюсь в Хайлендскую. Сейчас я немножко подфармлю. Так, и ну-ка. А, блин, подожди, я могу? Нет, вот крутое яйцо. Золотое получается. 120 тысяч. Есть крутое 666 тысяч. Но здесь... Я, похоже, на него накоплю сейчас, потому что у меня 300 тысяч. Мне осталось вообще немножко. Ну, прикольно, да. Ну, тут какие-то, знаешь, тут легендарки есть, у которых не написано вообще процент. Это, наверное, надо, когда вот много фармишь, тогда его... Вот, тут, кстати, тоже эти легендарки есть, нифига. А, прикольно. Ладно, открываем и давай посмотрим. Бэм! Пумпкин. Вообще фигня, да, 37%. Ну-ка... Ну, а 155 лямов, я рад, 155, 150, 145, офигеть, надо, короче, полностью вот здесь вот мне нафармиться, это очень круто, я сейчас... Ты сказал пумпкин? Пумпкин, да, пумпкин, пумпкин это, тыква, переводится, пумпкин, вот так, я здесь, да, я телепортируюсь, как хочу вообще, быстро, так... Да хватит, не трогай мои ящички, это мое. Я уже второго пэта сейчас буду открывать, 127 косарей уже накопил. Нет, а почему так, ты не вот хочешь накопить на крутого пэта? Мне достаточно хотя бы вот этих сначала иметь. Бам, бейсик, снова пумпкин кэт мне выпал. Эх, пумпкин кэт. Ну 163 ляма, в смысле, а почему он так... Они почему отличаются? Нифига себе. Они отличаются, кстати, у меня тоже есть такие пэты, которые отличаются. Нифига себе. Ну, у меня почти все, блин, это уже хэллоуинские питомцы. Неплохо нафармил. Ну, давай, мне интересно, какой там пэт, которого ты вот за 666 откроешь. Там, кстати, они не голдовские будут выбиваться. Но интересно, все равно, какие характеристики у них будут. И мне кажется, что, ну, типа, может быть, так же 150, наверное, скорее всего. Ну-ка, у меня, короче, 524 уже тысячи. Там 666 тысяч, 666 да, надо. Я знаю. Я сейчас третий раз еще нафармлю и открою вон того пэта, который 125 тысяч. Ну, мне, в принципе, этого будет пока достаточно. Ты меня... Эй, что ты мой ящик трогал? Ну ладно, я не специально. А ты знаешь, моя игра. Да, моя игра. Моя игра. Да, у меня, блин, 4 миллиона только темных монеток, а надо 75 миллионов, капец. Сколько мне фармить-то вообще? Беспредел. Нет, а почему у тебя так мало? Как это вообще? Ну, я много фармил, но у меня 4 ляма только всего лишь. Типа, вот, допустим, 546. Нет. Ну да, фармятся они тоже. Конфетки, вот у меня 100 тысяч еще осталось сделать. У меня 98, почти 100 тысяч конфеток. Я сейчас пойду еще за 125 тысяч открывать. Я хочу выбить всех, чтобы у меня все были хэллоуинские. И они реально прикольные. Ну, типа, намного лучше, чем у меня по 10 лямов давали, а эти сейчас будут по 150. И это круто, тем более есть шанс выбить еще что-нибудь. О, ультралаки, 2 минуты как раз, я сейчас успею еще открыть. Нет, один это, раз. Конечно, прикольно придумали, то, что и денежку тебе дают, еще и конфетки, и прям вау. Да, вау. Ты типа фармишься. Вот, все, я пошел еще открывать. Еще одно яйцо, надеюсь. Мне выпадет что-нибудь очень интересненькое. Но не... Ой, этот чувак тут до сих пор тоже фармит, я смотрю, ну открывает. Ну-ка. Давай, что-нибудь редкое, пожалуйста. Пыу! Basic, Ghost Cat. Нет, нифига, мне выпало самое стрёмное, 60%. Но зато 140 лямов, это хорошо. И теперь у меня... Блин, нет, не все 140 лямов. У меня еще осталось 63 и 49 миллиона, да? Печалька. Ладно, фармим дальше. Ну давай, у тебя сколько там осталось еще накопить до 666 тысяч? 15 тысяч. 15 тысяч, давай, я тебя тогда тут жду. И сейчас посмотрим. Мне кто-то трейд кидает. Ну, давай, что ты мне хочешь дать?
черт у меня. Сейчас тебе на 50 миллиардов дадут? Не, таких, не. Он, наверное, скорее всего, просто выпрашивает что-нибудь. Я пока ему ничего давать не буду, потому что у меня, типа, ну, не знаю, мало ли, вдруг мне понадобится еще вот это все, что у меня есть. Поэтому я пока... Просто признай, что ты не хочешь давать. Ладно, я дам ему что-нибудь. А, он сам отказался, все, он сам отказался. Да, шучу, конечно же, это твое дело. Да, это мое дело. Так, стоп же. А, я не могу открыть. Это твоя игра, твоя игра. Ну ты где? Все, у тебя хватает, наверное, 166 тысяч. Я иду как раз-таки. А, все, я понял. А телепортироваться ты не можешь. Да, ты же не умеешь телепортироваться, точно. Во, все, я вижу тебя. Нет, я не умею телепортироваться, мне жалко денег на это. Я, хо-хо. А я могу в любое место, в любой точке света. Подожди, это сколько стоит? Я не вижу. Это миллион, оно золотое просто. Вот точно такое, что золотое. А вот это оно, золотого нет вообще. Так, мне надо... Лаки сделай. Лаки, да, лаки обязательно лаки, сделай. Лаки. Легендарочка, может быть, тебе выпадет какая-нибудь интересненькая. Ну, вот, например, там есть две легендарки какие-то. Нет. Раз. 4 пэта вообще всего тут. Интересно. Ну, вообще мне выпал 243 лямчика. Ого. Да. А мне я можно... Могу... А у тебя одного что? Одного поменять. У меня есть 158 лямов, если тебе надо. Ну да, да, мне надо, давай. Все, что тебе не надо, мне надо. Давай тогда трейд кидаю. На, держи трейд. А я буду очень рад. Так, потому что ты мне дашь сейчас. 158, вот. Вау, happy computer. Я согласен. Rainbow. Вау, это первый пэт мой Rainbow. Нифига. Неплохо. Видишь, окей, какие погнали. Тебе подгончики делают? Ты так, меня обижаешь. Так, я вот так, отлично. Так, мы что, здесь ничего не делаем? Я пошла дальше копить. Да? Тут же больше ничего нельзя купить. Да, мне. Тут больше нет, ничего, в принципе, нет. Нельзя покупать. Короче, надо фармить и фармить дальше. Ребят, я буду фармить, Таня будет фармить. И посмотрим, каких пэтов мы сможем сделать до следующего видео. Не знаю, посмотрим. Будем прям со всей силы стараться и выбивать, фармить. Все, в общем... То, короче, я делать. Тоже себе телепорт купила, это потому что вообще невозможно. Ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока, я хорошая.